Ремонт вокзальной площади откладывается на будущий год. Решение это было озвучено на заседании Комитета городской думы. Объясняется перенос начала работ длительностью проведения госэкспертизы проектно-сметной документации. Якобы не успевают. Напомним, ремонт площади перед железнодорожным вокзалом должен был начаться в ноябре. В конце лета депутаты в срочном порядке изыскивали 32 миллиона. С боем согласовывали работы. На начале реконструкции в этом году настаивали именно чиновники администрации. В первую очередь планировали сделать стоянку городского и пригородного транспорта, модернизировать проезжую часть. Общая стоимость работ – 100 миллионов – должна быть распределена между этим и двумя будущими годами. В августе депутаты сомневались, что целесообразно перекидывать деньги в бюджете и спешно начинать земельные работы в зиму. Сотрудники мэрии их уверили, что холод – не препятствие. Оказалось, они заблуждались. Еще одна официальная причина задержки реконструкции – завершение строительного сезона. Выходим на ремонтные работы мы на ноябрь месяц. Скажите, каким образом мы будем производить ремонт дороги в ноябре месяце? Там начнутся уже морозы и так далее. То есть мы сейчас закапываем деньги просто в землю. Капитальный ремонт предусматривает не только устройство бетонного покрытия, здесь полностью комплекс работ по прикладке коммуникации, устройству. Ну, земельные работы. Зимой мы все будем коммуникации менять. Да, это нормально.